Всем привет! Сегодня приготовлю замечательный яблочный пирог из простых продуктов. Рецепт, который можно готовить хоть каждый день. Продукты, которые всегда есть в холодильнике. Готовлю яблочную шарлотку. Мне понадобится 4 вот таких больших крупных яблока. Яблоки очищаю. Можно и не очищать, если шкурка не сильно плотная и жесткая. Очищенные яблочки нарезаю на тоненькие дольки. Нарезанные яблочки, чтобы не потемнели, полью соком лимона. Слегка сбрызгну. В чашу вливаю 5 яиц. У меня мелкие яйца. Если яйца покрупнее, тогда 4 возьмите. Добавляю щепотку соли и взбиваю. Как только все перемешалось, всыпаю сахар. Сахара 160 грамм. Продолжаю все взбивать до пышной густой массы. Яйца взбились. Теперь сюда постепенно буду вводить муку и перемешивать лопаткой. В муку сразу добавлю чайную ложку разрыхлителя. Все перемешаю и постепенно добавляю и перемешиваю аккуратненько движениями снизу вверх. Тесто получается пышное, воздушное. Рецепт проверенный. Я взяла вот такую силиконовую форму. Можно взять любую другую форму, форму для тортов. Выливаю сюда тесто. Выкладываю сюда яблочки. И теперь второй слой выкладываю тесто. Тесто очень сильно поднимется, поэтому до краев не выкладывайте. И опять вставляю яблочки по кругу. Сверху слегка присыплю корицей. И все готово. Можно отправлять в духовку. На температуру 180 градусов на 30-35 минут. Пирог достала из духовки. Он уже у меня остыл. Извлекаю его из формы.